Дорогие жители Восточно-Казахстанской области, уважаемые земляки, в Усть-Каменогорске в рамках акции «Туған жер алтын бесігім» пройдут дни Уланского района. Уланский район – это родина батыров, акынов, видных государственных и общественных деятелей, известных ученых, знаменитых представителей культуры, искусства и спорта. 6 октября в 19:00 в концертном зале «Ертисконцерт» пройдет праздничное представление с участием лучших артистов Уланского района. 7 октября приглашаем вас посетить сельскохозяйственную ярмарку, начало которой на территории гастронома Fresh Market в 8 часов утра. Там же вы сможете приобрести натуральную, экологически чистую сельскохозяйственную продукцию, мясо различных сортов, рыбу, овощи, молочные продукты, мед и многое другое по доступным ценам. Одновременно сможете принять участие в спортивных мероприятиях, проверить свою силу и ловкость. На Арбате с 10 часов утра будет проведена культурно-массовая развлекательная программа, где вы сможете познакомиться с культурой, историей, искусством и творчеством нашего района. Традиционное уланское гостеприимство оставит в вашей памяти самые яркие впечатления. Приглашаем всех жителей областного центра и гостей города лично принять участие в нашем мероприятии. –